24 января Казанский федеральный университет отметит Всероссийский день студента «Татьянин день». Праздник отмечается в КФУ каждый год. В рамках события пройдут торжественные студенческие мероприятия. В культурно-спортивном комплексе КФУ «Уник» состоится праздничный концерт. Каждый год праздник проходит в разных тематиках. В этом году он пройдет в тематике Японии. Однако гостей, как всегда, ждет представление народов мира. Это показывает, как национально разнообразен состав студентов Казанского федерального университета. С 24 по 25 января состоится Всероссийский образовательный форум студенческих клубов «Вместе вперед». Он стартует в деревне Универсиады. Студентов ждет образовательная программа «Россия – страна возможностей». Она направлена на личностное развитие, разработку плана мероприятий для повышения эффективности и развития студенческих объединений и клубов. Цель форума – приобщить студенчество всей России к различным творческим инициативам, к мероприятиям, к образовательным площадкам. 24 числа, соответственно, площадкой проведения станет Поволжская государственная академия физкультуры и спорта и туризма и Академия тенниса. Образовательная программа предлагает 6 направлений: спорт, творчество, патриотизм и межнациональные отношения, наука и интеллект, информационные технологии и киберспорт, медиа и средства массовой коммуникации. Образовательная программа каждого направления состоит из двух блоков: тренд-сессия с модераторами образовательной программы и диалог на равных с экспертами каждого тематического направления. Такой форум действительно поможет студентам, поможет активным студентам. Почему? Потому что на протяжении целого дня они будут проходить различные мастер-классы, тренинги и так далее, и в том числе будут соревноваться в том, кто из них лучший. И лучшие из лучших смогут получить направление на гранты. 25 января в Татнефть-арене состоится праздничный концерт. В мероприятии примут участие представители 38 регионов России. Из 5000 участников более 800 будут из Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.